чувствуешь себя адреналином наркомана. Каждый, кто сюда приезжает. Субботние размышления от СММовны. В общем, поймала себя сегодня на такой мысли, что осень, какой бы она иногда грустненькой, холодненькой, промозгленькой такой не казалось, что вот лето ушло и вот такая какашечка. И... Вот, тем не менее, осень на самом деле достаточно крутое время, потому что ребята, например, готовят новые какие-то проекты или совершенствуют старые. В общем, это классный такой большой пул, когда все участники, их команды, они могут как-то восстановить вот эти вот силы и ринуться вновь в бой. Вот. Ну а, собственно, как прошел этот сезон, советую я вам налить чаечек себе горяченьких, схватить что-нибудь вкусненького и посмотреть влоги наших участников. Всем желаю приятного просмотра. Всем привет, друзья! Дождливое утро, соревнование завтра. Сегодня тренировочный день. Сначала решил все-таки потренироваться. Выехал по сухому один разок. Едет все круто. Где-то на четвертый раз у меня ломается коробка опять. Блин.